Всем привет, народ! Сегодня я вам расскажу о 5 плюсах купить Redmi Note 3. Да уже есть 4, но мы возьмем именно 3, потому что, во-первых, цена его настолько мала, аж меньше, чем цена на гандоны последнее время. Второе. У него есть специфичная возможность настройки параметров экрана, есть даже подобие True Motion, как на вашем телевизоре, чего нет в Pro-версии, но что есть в 4-м Redmi. Третье. Всем видеодрочерам не стоит волноваться о 7-м Android, китайцы его выпустят в 2017 году. Четвертое. Это единственный смартфон Xiaomi с самым громким динамиком. Пятое. Это мать его популярность. Xiaomi на 3-м месте в России. Таким образом, это не просто телефон, это мечта, а если вам понравилось видео, ставьте локти вверх и подписывайтесь на канал.